Депутаты от фракции «Единая Россия» в окружном совете депутатов Татьяна Одинцова, Михаил Солнцев, Андрей Яцишин и Олег Цуцков приняли участие в эстафете «Салют Победе». Они торжественно передали символы проекта от Барвихинского тируправления в Жаворонковское. Цель военно-патриотической акции – пропаганда героической истории Отечества, воспитанию молодого поколения, уважение к воинской славе и приобщение к культурно-историческому наследию России. –